Ага, нет, это кораллы фиолетовые, Саша. А, вот. Да. Вон, рыба синяя. Нет, фиолетовый кораллы. Это фиолетовые кораллы. Больный цвет. Вот просто в Красном море, что такое разноцветное? Прям вот вода отмолится, да? Можно это? Слушай, а здесь вообще все. Я такой вообще. Блин, а что, опять что нырять? Че, опять что ты прям хочется, да? Вообще, блин. Ну да. Да, блин, без камеры подводной хреноватенько. Да, Саша, утопил ты камеру свою. Ну, надо ее починить. Да, какая вода. Слушай, мне кажется, здесь еще прозрачнее, наверное, за счет песка. Вот, ну вон рыбки, рыб какая поплыла, синяя. Короче, блин, тут знаете, что не хватает? Лодки с офигенным дном. Не хватает своей лодки и места проживания. Блин, даже на фотике видно, какая вода. Но. Там вообще, блин, так все видно. Короче, я потрачу это последние проценты зарядки, чтобы заснять этот прекрасный вид. Ой. Да, с памятью это проблема. Интересно, какая тут глубина, да? В любом, наверное, не достанешь. А кажется, что вообще вот метр кого-то. Вода теплая. Такая фотка крутая получилась. Только надо теперь поудалять что-то, чтобы она сохранилась. Ну а что вам нырять, мне кажется, там? Поудаляешь что-нибудь? А что, память не хватает? Да, надо какие-нибудь видео. Или старые фотки. Завалит, ой, это с Таиланда не удаляем еще. А? Да, я думал, Касан взялся. Касан, ты куда? Я туда. Ну давай, Касан, расскажешь. Что там будешь делать? Может, жилет тебе одеть? Воды попить так? Ой, Костян, лодку перевернешь. Как водичка?